В дежурную часть Хостинского отдела полиции УВД по городу Сочи поступило сообщение от 69-летней местной жительницы о том, что в отношении нее было совершено уличное преступление. Прибывшим на место сотрудникам полиции женщина рассказала, что возвращалась домой с несовершеннолетним внуком, когда на нее напал неизвестный, вырвал из рук сумочку и ударил по голове. С похищенным преступник скрылся с места происшествия. Из всех примет злоумышленника женщина смогла вспомнить лишь то, что мужчина был высокого роста и на нем была ярко-оранжевая куртка. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили маршрут передвижения злоумышленника и уже через время на берегу реки обнаружили похищенную сумку, выброшенную самим предполагаемым преступником. Еще через время они установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что мужчина прибыл в Сочи на заработки и последнее время работал дорожным рабочим. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой. Санкции данной статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы.